Вечером 24 октября в корпусе гуманитарных наук МПГУ не грустили, а громко смеялись. В актовом зале прошел финал открытой лиги КВН. В нем приняли участие 5 команд из МПГУ, Политехнического и Российского государственного университета правосудия. Зрители пришли за полчаса до начала концерта и заняли места у сцены. Они садились как можно ближе, чтобы игроки слышали их поддержку. Всем привет, друзья! Еще! Болельщики команды будущих учителей принесли с собой плакаты, а количеством и громкостью выделилась группа поддержки журналистов. Команды не в первый раз сражались на такой большой сцене. За плечами некоторых участников огромный опыт игры в КВН. Они чувствовали себя уверенно и были готовы побеждать. Это чей-то номер телефона? Это цена за 100 граммов крамельной говядины. Играть без названия по правилам нельзя. Ведущий взял инициативу на себя, и из безымянных команд получились типографы, движ, чистосердечное признание, стоп снято и мы в теме. Участники выступали под внимательным взглядом ЕО-вожатых, заместителя начальника управления по воспитательной работе молодежной политики МПГУ, участница шоу «Мастер смеха на России-1» и певица группы «Подиум». Независимо от того, какие оценки вы сегодня получите, не позволяйте никому погасить эту искру в вас. Игроки познакомились со зрителями и судьями, представили имидж команд и разыграли первые миниатюры в конкурсе приветствия. В следующем раунде участники импровизировали и отвечали на вопросы из зала. В третьем туре девушки из «Мы в теме» удивили костюмами «Cheerleaders», команда «Движ» прочитала рэп, а ребята из «Стоп снято» осветили проблему часа пика в метро. Жюри было сложно принять решение, но победителями стала команда «Движ» из «Политеха». Ребят наградили грамотами и аплодисментами. И пускай капает, капает с неба, и думал, как роза в тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти в твой.